Друзья, всем привет! Сегодня это у нас второе видео, и опять я его начинаю от теплотрассы, от эстаклады теплосети. Ну, поверьте, есть повод, и довольно-таки интересные развивались события в течение всей ночи и раннего утра. Едя по шоссе Героя Сталинграда, я увидел очень много хоппер-дозаторных вагонов. Ну, думаю, дай-ка я загляну и полетаю, посмотрю. Ожидал, что они полные. Ну, давайте по порядочку все. Посмотрите, вот он, пандус, который сделали щебнем, отсыпали для станка, чтобы он туда поднялся, для БНС-а. Ну, естественно, сначала еще уложат туда плиты, чтобы не продавливал, тяжелый все-таки. И будет забуривать сваи. Сваи, кстати, диаметром 600 миллиметров, глубиной 15 метров. И посмотрите, вот между путями укладывают, вот сейчас немножко пролетели мы, укладывают ФБС, и это под платформы уже начали строить. Тоже 46-й отряд этим занимается, так же, как и строительством пешеходника. Стоит бурстанок, и начали мне писать строители в 25-м поколении, что типа Олух сначала опускают каркас, потом бетонируют. Есть такая технология, и я с ней очень часто работал, и работал с технологией, которую применяют здесь. Пробуривая сваю, по шнеку подают посередине, там подают бетон, и затем при помощи виброустановки, установленной на этом же бурстанке, погружают армокаркас. Ну а собственно, я вот это видео здесь вот над Керчужной, почему я полетать решил. Видите, стоят хоппер-дозаторы в количестве 15 вагонов. Может быть, немножко ошибся, пересчитайте. Ну, вроде 15 вагонов, и все пустые. Думаю, вот они, кстати, видите, ФБСы тоже устанавливают. И меня заинтересовало, куда же делась щебенка. Здесь вроде все на месте, все как было, но будем искать. А здесь тем временем, видите, подошел составчик и разгружают рельсы двумя железнодорожными кранами. Посмотрите, я вот здесь снял небольшой таймлапсик. Теперь нужно завозить сюда шпалы, сшить решетку, и пойдет она в сторону тоннеля. Вот и разгадка, что по ночам вот ходят тепловозы, ну, свободное, так сказать, от работы время, но у них работы каждый день. И вот сейчас рельсы разгружают, потому что еще достаточно много укладывать в сторону Багерова. И тюсовцы будут здесь вот шить решетку, ну, вот видите, двумя кранами. Уже вот пакет один остался там, по-моему, достаточно много уже разгрузили на двух платформах. 25-метровые рельсы получается. Ну и вот такая здесь обстановка. Ну а мы летим с вами дальше. Вот смотрите, еще. И вот я заметил вот этот вот длинный состав. Здесь и платформы с рельсами, и их теплушка, и хоппер-дозаторы. Посмотрите, какой тоже длинный состав. Здесь я насчитал 20 вагонов. И все они пустые. Итого 20 и 15, 35 вагонов, только хопперов. Здесь ничего нет. Здесь все, как и было с предыдущего видео. Я думал, может быть, на Керчь-Южной сыпать начали. Но нет. Здесь все нормально. Так куда же делся щебень? Смотрим дальше и ищем, куда он делся. Ну и вот здесь путеукладчик стоит в тупике и не работал. Ну и вот, как вы видели немножко в начале, в ускоренном варианте, теперь более подробно. Это керченское направление от шоссе Героя Сталинграда участок до шумзабора на Цементной, до шумзабора моста. Идет тепловоз. И за ним ЭЛБ, электробаластер. Туда проехал, теперь обратно едет. Его я еще тоже видел вот перед тем, как поехать на съемки. И посмотрите, вот колеса у электробаластера как стоят. Я так думаю, я не силен, вот здесь могу ошибаться, но идет выправка рельс.
что они так были неровны. Но это грубая выправка рельс, я так понимаю. Вот специалисты, я думаю, нам расскажут. Вот Алексей Круглей, Женя Харьков тоже вот смотрит нас. Ну и подскажут, как и что здесь делают. Видите, вот это крыло как вышло наружу. И колеса вот передние, вот здесь тоже немножко повернуты в эту сторону. И вот это настоящая скорость. Если бы я на такой скорости вам все показывал, то видео было бы 1.5-2 часа, не меньше. И вы бы просто засыпали под него. Ну, а многие бы не смотрели просто. Ну и вот здесь такой кусочек мы с вами посмотрели. Заметьте, здесь щебня тоже нет. Как все было, так и есть. Участок от шоссе Героев Сталинграда до начала шумки моста. Ну и вот он потихонечку едет. Щеточка, вот, которую мы с вами видели, смахивает щебеночку, когда рельсы вытаскивают из щебня, приподнимают их. На шпалах остается щебень, и эта вот щеточка их смахивает. Ну вот, здесь тоже нет. Едем дальше. Едет потихонечку, потихонечку. Вот заметьте, керченское направление здесь выше рельсы. Но они и были выше с самого начала, когда их даже укладывали еще. Потому что там в свое время щебеночку подсыпали, а вот Таманское укладывали прямо на грунт, заметно ниже. Но ничего, здесь все это подсыпят, подровняют, и будет так вот ровненько и красиво. Ну вот, смотрите, взялись за керченское направление. С Таманской стороны керченское работают сварочные аппараты, сваривают между собой рельсы. А здесь вот сразу занялись выпрямлением и рихтовкой такой грубой. Ну и вот перескакиваем мы с вами на цементную слободку. И хорошо мы с вами видим, друзья, тайна, куда делся щебень, раскрыта. Посмотрите, 35 вагонов, которые прошли вчера поздно вечером, всю ночь работали и сыпали щебень на керченское направление. Дальше я не полетел в сторону моста. Очень сильный ветер был. Ну и не рискнул я. Вот здесь рядышком полетаем с цементной слободкой и посмотрим. Видите, рельсы засыпаны керченского направления. Вот Таманское, если уже несколько слоев там сыпали щебня, и несколько раз электробаластер гонял тут и поднимал рельсы. Ну а здесь вот только первый раз, ну, как говорится, первый раз он самый жирный слой. Ну и летим мы к шумзабору. Посмотрим, где заканчивается. И вот он, электробаластер. Конечно, я видел, когда он проехал очередной раз, выехал на мост и начал... Вот посмотрите, какой ветер. И начал поднимать рельсы. Представляете, как все оперативно. Вечером пришли вагоны, засыпали, а 35 вагонов высыпать по длине моста, это тоже, я вам скажу, достаточно много времени надо. Но, к сожалению, не знаем мы с вами, где закончили щебенку отсыпать на керченское направление. Ну, судя по кадрам, там вот за поворотом, может быть, дошли до морского стапеля. Но это всего лишь мое предположение. Ветер перестанет, конечно, мы с вами просмотрим. И посмотрите, где они начали. Начали в районе 307 опоры. Вот в шумке рельсы без щебня лежат керченского направления. Ну и вот сразу же идет электробаластер. Вот, посмотрите. И поднимает, поднимает рельсы, вытаскивает их вместе со шпалами. Вот хорошо здесь видно. Вытаскивает их из щебня для того, чтобы еще разочек пройти. А тем более, видите, на деформационных швах шпалы раздвинуты еще. Вот теперь, я думаю, первый слой засыпан. И теперь можно будет подгонять вот эту чудо-машину маленькую, приподнимать рельсы в одном месте и загонять, расставлять шпалы на место, извиняюсь. Ну вот это ширма для покраски
Это и борьба с ветром. Видите, как относит. Я туда его, он обратно. Поэтому и не решился далеко летать. Но смысл понятен, дорогие друзья. И мы с вами видим, куда все-таки делись рельсы привезли, вот как раз на Керчь Южную разгружают. Куда делся щебень? А щебня немалое количество, 35 вагонов. А он все уже рассыпан по длине моста керченского направления. Ну и вот тут же сразу работает электробаластер. Вот такой у нас сегодня вышел ролик, дорогие друзья. Давайте еще понаблюдаем. Рядышком Таманское направление, там уже может готово. Я думаю, что уже больше щебень там не будут подсыпать. Теперь подбивочная рихтовочная машина должна пройти. А может, уже прошла, может быть, я не видел, не знаю. Но мы, по крайней мере, вот такой результат на сегодняшний день. Динамично, очень динамично развиваются события, как на Керчь Южная, на этом парке, на новом парке, так и на мосту. На этом все. До новых встреч. Не забываем подписываться, ставить лайки. До свидания.